С чего начать? Приветствую всех. Приветствую всех. С вами Лилия Донскова. И сегодня будет обзор новинок каталога номер 8 компании Oriflame. А этот каталог у нас летний. Мы все ждем лета, оно вот-вот придет. И в преддверии лета компания приготовила для нас очень много новинок. Я начну обзор с коллекции Northern Beauty. Она включает в себя новый парфюм, очень оригинальная упаковка и удобный объем, всего 30 мл, можно с собой носить в сумочке, не слишком утяжелит. Я уже нанесла парфюм себе на руку, могу сказать, что он мне очень понравился. Это такой цветочно-водно-фруктовый аромат, такая необыкновенная смесь, волшебная. И что удобно, в этой серии у нас есть гель для душа и лосьон для тела. То есть будет аромат везде одинаковый. Вот такая классная серия. Далее у нас есть новые аксессуары. И один из них вы видите уже на мне. Это серия Bounty. И на мне ожерелье я выбрала под этот разрез, очень подходящее. Легко снимается, то есть у него такой удобный замочек. То есть легко накидывается и снимается. То есть потрясающая вещь такая. Сейчас я его верну на место. А подвеска, она съемная. И если вы хотите одеть на длинной цепочке, то вы просто снимаете кулон и переодеваете на цепочку. И здесь уже размер, конечно же, будет любой, какой вы захотите. Можно регулировать. В коллекции Bounty есть также серьги. Они выполнены в том же стиле, что и кулон. Достаточно длинная такая оригинальная гроздь висюлек. Они такие разноцветные, все переливаются. Выглядит очень стильно. Я думаю, что для лета будет классно. В серии Bounty есть такой козырек. Сейчас мы его примерим. Это чтобы была защита от солнечных лучей. Далее, очки. Очки всегда актуальны, но мне далеко не все очки идут. Я, правда, не знаю, как выглядят эти, но попробуем на вашу рецензию. Так, сейчас мы это уберем. Кстати, козырек очень удобный, он не давит по бокам, так удобно держится. И в этой серии есть роскошная Парео. По качеству очень мягенькая, такое легкое, продуваемое. Его можно носить, сделать с каким-нибудь блузоном из него, как парео или как шарф. Да, просто накинули на себя поверх майки какой-то или сарафана и пошли отдыхать, гулять. Что мне понравилось, к очкам очень удобный чехол. Он такой на магните, то есть легко открывается, закрывается. Замечательная серия, но я все себя снимаю. Мне понравился, особенно классный шарф такой обалденный. Убираем очки и козырек. Оп. Далее тоже поговорим про бижутерию. Я очень люблю бижутерию. Я бы даже сказала, что я фанат продукции компании Oriflame, особенно аксессуаров. И у нас вышла новая коллекция, называется «Шведское лето». Сюда включается набор серёг. Их здесь в комплекте 5. Кольца большие и малые. И набор такой из цветочков. И красивая подвесочка, то есть серьги с камешками голубого цвета. И также здесь есть ожерелье. Я его так просто приложу. Так оригинально сделано, то есть на цепочке прям под горлышко получится, свисает такая красивая гирлянда из цветочков и завершается точно такой же каплей голубого цвета, как и в серьгах. Настолько нежное, оригинальное изделие, я думаю, что оно будет очень даже здорово на выпускной бал нашим девчоночкам, которые сейчас готовятся к выпускному, к своему первому балу. А также для того, чтобы подчеркнуть красоту и яркость лета, у нас вышла новая коллекция лаков. И в этом каталоге такие потрясающие цены на лаки. Вот что я люблю? Я люблю комбинировать. Можно, например, взять два оттенка, такой вот красивый голубой цвет и глубокий розовый.
и чередовать на одном ногте один цвет, на другой другой, будет очень красиво. Или взять такой нежно-перламутровый оттенок зеленого и золотистого, тоже очень красивые цвета, просто загляденье. Далее у нас тут коллекция теней. Их очень много. Я сейчас выберу пару оттенков, чтобы их протестировать. Вот я взяла золотистый цвет, такой песочный, легкий. Я, кстати, очень люблю эти тени за счет того, что они такие вот легенькие, их удобно носить с собой. Можно буквально взять пару оттенков и бросить в сумочку. Всегда можно сделать себе классный макияж, особенно в дорогу. Очень красивые цвета, такие богатые. Единственное, что нужно, это докупить к ним кисточку, да, чтобы пользоваться кистью. Или скотч. Но я больше люблю пользоваться кистями, потому что они лучше тушуют тени. Ох, как красиво этот розовый, просто великолепен. Сейчас я уже их теперь все открою. Сиреневый. И два оттенка теплых тонов. Такой серенький нейтральный и шоколадный. Да, классные тени. Здорово. На любой вкус, я бы так сказала. А далее у нас долгожданные такие новинки, которые любят все, мне кажется. Каждая девушка, да и не только девушка, носит с собой в сумочке такое смягчающее средство. Почему я его люблю? Потому что это прекрасный продукт. В такой вот баночке содержится все необходимое для того, чтобы увлажнить, смягчить, напитать, да, нашу кожу. Я его использую для кожи губ. Можно для кожи вокруг глаз, для кутикулы, если локти шелушатся там, да, или грубая кожа на ногтях, бывает коленочки сохнут, или пяточки трескаются, лопаются, то вот лучше этого средства я еще не встречала. И такое у нас с морожкой и с клюквой вышли две новиночки. Вот у нас представлена с морожкой, а с клюквой можно продегустировать его прямо в каталоге, есть ароматизированная страничка. Пахнет очень вкусно. Я уже себе наметила, что выпишу обязательно такие новиночки. Классная, красивая вещь. Если вы знаете историю, то первый продукт, который выпустила компания Oriflame, как раз было смягчающее средство. Вот оно уже 50 лет с нами. И дай бог, что будет еще много-много раз по 50 тоже с нами. А еще что классно, летом необходимо также заботиться о ножках. У нас вышла новинка серии для ног с ароматом клубники и ревня. Это дезодорант для ног, смягчающий крем и пемза, да, такая вот пилочка, пемзочка для пяточек. Но я могу сказать несколько слов про дезодорант. Это самое нужное, мне кажется, средство в доме, потому что ножки всегда требуют наивысшего такого внимания. Как я им пользуюсь? Можно носить просто на ноги, на чистые, да, и уже обуваться. А можно носить прямо через капрон, через носочки или капроновые колготки для того, чтобы ноги были свежие, да, сохранили свою прохладу и не оттекали. Вообще великолепное средство, еще и с таким необычным вкусным ароматом. Сейчас мы его протестируем. Очень вкусный, такой сладенький. Конечно, клубника преобладает. Очень здорово. И у нас вышла долгожданная новинка. Это вот такой коврик пляжный. Смотрите, какой он маленький, легкий. Очень необычное качество ткани. Сейчас мы развернемся. Ремешочек этот съемный, то есть мы его сняли, убрали. А полотенце, сейчас мы посмотрим его размер точный. Его размер 150 на 70. Смотрите, какая палитра цветов здесь, какая потрясающая красота. Просто, аж просто нет слов, насколько это красиво. Ткань очень тоненькая и хорошо впитывающаяся, потому что у меня уже такого качества полотенца есть. Я могу сказать, впитывает классно. Самое главное, такое легкое, быстро сохнет. И очень-очень красиво. То есть для сезона отдыха всегда подойдет, будет актуально. Я думаю, очень долго прослужит такая вещичка. Конечно же, я себе обязательно выпишу.
И завершим мы обзор сумочкой. Морской круиз. У нас вышла новая сумка. Много про нее вопросов. И я расскажу. Сумка тканевая. То есть, да, это плотная ткань, пропитанная такая, держит хорошо форму, то есть она не падает, вот она стоит пустая, при этом у нее прекрасная форма. Дно плотное, из материала под кожу, из точно такого же материала сделаны ручки. И ручки вот эти выдерживают примерно до 15 килограмм веса. Но вы, конечно, не будете нагружать столько девочкам. Не положено такие тяжести носить, но тем не менее вы можете быть спокойны, несмотря на то, что они такие тоненькие, они очень прочные. Внутри сумка на молнии. Есть два кармашка для мелочи и один карман под замочком. У нас такой маленький нужный кармашек под замочком. Оригинальная сумочка, конечно, летом морская тема всегда актуальна. И в следующем каталоге нас ждет новинка, серия парфюмов. Это будет новый аромат My Little Garden, вот такой красивой стильной коробочки, чисто по-шведски. И вот такой красивый парфюм. Вы уже помните дизайн этого аромата, да, из этой же серии, юбочка такая знакомая, но аромат совсем другой. Он настолько вкусный зеленый, что, знаете, мне захотелось новый парфюм. Два новых парфюма в этот раз. И я его пробую на другой руке. Очень вкусный, очень нежный, потрясающий. Вот и все. На этом наш обзор закончен. Спасибо вам за внимание. Желаю вкусных, приятных покупочек. Балуйте себя, радуйте, будьте всегда красивы, неотразимы. И до встречи в следующих роликах. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока!